Часто согрешаю ложью. Она никому не вредит. Это как бы антураж или кураж какой-то. Как быть? Вы знаете, даже если ложь это не вредит никому, как вам кажется, вы сможете обретете навык лжи. И ваша натура, она будет такая лживая. Вам очень сложно будет жить с такой ношей, потому что ложь – это удел бесовский. Даже если эта ложь не приносит никому вреда, но тем не менее не нужно привыкать к этому лукавству. Нужно от этого отказываться. Отказываться и стараться все-таки быть правдивым во всем. И в мыслях, и в словах. Если не можете вы не соврать, или не хочется говорить там правду, допустим, какую-то, лучше промолчите. Ложь – это очень тоже сильно, такое, сильная страсть, которая человека может загубить. Ложь – это удел сатаны. Не опускайтесь из-за этого. Смешно, может, какой-то антураж, так понимаю, да, кураж, когда смешно, когда забавно, когда весело, когда все, но тем не менее у вас натура ваша примет навык лживый, ложь. Она будет вашим естеством. Не стоит этого делать, не пускайте себя, оберегайте от этого, как можно почаще кайтесь. Здравствуйте, я Иерей Анатолий Слободчиков, настоятель храма Святитель Николай Чудотворца, село Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем акафист Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве.